Папа Римский Бенедикт XVI отрекается от Святого Престола. Понтифик, которому 85 лет, заявил, ему не позволяет здоровье исполнять свой долг с полной отдачей. После 28 февраля Римская католическая церковь останется без предстоятеля. Я созвал вас на консисторию не только для того, чтобы обсудить канонизацию трех мучеников, но также, чтобы сообщить о решении огромной важности для всей церкви. Перед лицом Господа Бога я пришел к выводу, что ввиду моего преклонного возраста я не могу больше полноценно руководить Святым Престолом. Я знаю, что это служение имеет скорее духовную природу, и что оно может осуществляться не только словами и поступками, но и молитвой и покаянием. Тем не менее, в современном мире слишком многое постоянно меняется, и это происходит слишком быстро, возникают все новые вопросы о том, как жизнь должна соответствовать вере. Для того, чтобы править судном Святого Петра и проповедовать Евангелие, нужно обладать силой духа и тела, а они в последние месяцы покидают меня, так что я был вынужден признать собственную неспособность продолжать служение. По этой причине, сознавая всю серьезность этого решения, я свободно заявляю, я отказываюсь от служения римского епископа, преемника Святого Петра, от обязанностей, которые были мне доверены кардиналами 19 апреля 2005 года. Таким образом, с 28 февраля 2013 с 20 часов вечера престол Святого Петра опустеет и соберется конклав для того, чтобы избрать нового верховного понтифика. Дорогие братья, я искренне благодарю вас за всю любовь, с которой вы поддерживали меня в моем служении, и прошу прощения за все мои недостатки. А теперь давайте верим Святую Церковь в заботе высшего пастыря, Господа нашего Иисуса Христа и Его Святой Матери Марии, чтобы она с материнской заботой помогла кардиналам избрать нового верховного понтифика. Что касается меня, то я бы хотел преданно служить Святой Церкви Божией и в будущем, посвятив остаток жизни молитве.